Созрели хлеба на полях колхоза «Рассвет» Калининской области. В эту страдную пору мы застали машиниста лафетной жатки Николая Андронова, тракториста Павла Петрова на поле, когда они готовились к завтраку. С новостью сюда пришла и Нина Матвеевна Бойкова, секретарь колхозной парторганизации. В газете напечатано открытое письмо Андронова и Петрова. Они обязались скосить в сжатые сроки 300 гектаров колосовых. Слово механизаторов не расходится с делом. Применяя передовой способ раздельной уборки урожая, они ежедневно выполняют 2-3 нормы. Хорошо идет и обмолот скошенных хлебов. Зерно нового урожая непрерывно поступает в колхозные закрома.